На развитие материально-технической базы детских поликлиник Югры направят более 60 миллионов рублей. Члены правительства внесли изменения в программу развития здравоохранения. В ней установлены такие показатели, как снижение младенческой и детской смертности. Югра в этом отношении сейчас находится в десятке регионов страны с наименьшим показателем. По словам Натальи Комаровой, эту работу в округе будут продолжать. 19 детских поликлиник получат 34 аппарата ультразвуковой и другой диагностики. Часть средств федеральных и регионального бюджетов направят на современное оснащение регистратуры детских поликлиник. Самое главное, что мы сегодня, значит, правительство поддержало решение о формировании нового качества работы регистратур. Это современный формат, это удобство для пациента, это тайм-менеджмент. Да, это работа, которую придется выполнять достаточно в определенном периоде времени. Она потребует его, она потребует обучения специалистов. Но это такой существенный знаковый шаг повышения качества и доступности медицинской помощи детям.